Два народа. Восвы и яси. Первые любят темноту, а вторые — свет. Первые любят паузы, а у вторых слово, как метательный нож. Народ восва танцует, сидя, а яси без хоровода не уснут. И восвы, и яси знают толк в повторении и циклах. Первые видят длинные, вторые — множество коротких. Они могут жить вместе, так как никогда не мешали друг другу, но и никогда не смешивались. В их союзе есть общая музыка. Ее мы и играем. Thank you.
Есть поверье, что если говорить по очереди, то дольше проживешь. А яси верят, что петь нужно вместе. Восвы говорят куплеты, а яси припевы. Однажды три друга встретились и очень хорошо спели вместе. Эту песню мы споем их глазами, без которых ни слова сказать, ни мелодии не затянуть. Thank you.
по басам слэп сейчас. Когда люди из народа Ясей собираются в дорогу,
то с собой берут 25 вещей, каждая из которых могла бы пригодиться тем, кого они встретят в пути. Когда из дома уходят восвы, то они выкладывают 25 вещей, чтобы дорога их шла легче и ноги несли дальше. Верным спутником и тех, и других служит собака, глазами которой мы споем песню о их последнем путешествии.
Каждый ясь учится танцевать раньше, чем ходить. Это просто, ведь он слышит ритм во всем, что издает звук. Однажды молодой ясь пошел на берег моря, который был весь усыпан омытыми водой бревнами. И пока он гулял, ему в голову пришла мысль, под которую вся его семья танцевала 3 недели без продуху. Сейчас мы вам эту мысль транслируем.
сколько нужно ясей, чтобы спеть песню. А все, кто дотянутся до инструмента. А когда-то было достаточно троих. Это та самая песня первопроходцев, что звучит все громче и громче в будущее, которая равна, как подъем на ту самую гору, от которой искры в костре ходят по кругу и превращаются в закат. От нее мы все входим в состояние микрокомы. Это песня первопроходцев. Кахонизируй на кахоне. Кахонизируй.
Вы знаете, есть только один день в году, когда Восвы и Яси сливаются в единое целое. Это день всенародной любви. В этот день зажигается сердце каждого и горит. Горит так, будто это последний день в их жизни. Этот день сегодня. Сегодня день любви. Всем любви. Сегодня она будет самой импровизационной. Thank you.
Вот и все. Вот и все, дорогие наши слушатели. Мы не знаем, но мы верим, что вы там были. Поклон. Они все молчат. Спасибо. Спасибо. Кто-нибудь.